все почувствуют. О, героями мы прогнали человека. Смотри, он уходит, как мы пошли. Он развернулся в другую сторону. О, он сейчас опять встал, то что мы встали. Ну да. Вот сейчас уходить начнем, и он снова там будет гордо идти, типа он самый крутой, он нас отпугнул. Ну все, мы домой. Видно меня? Я включил ли вообще? Ой. Получается, о чем вообще можно сказать-то? Меня ведь снимает, а? Да. Получается, что идем мы вдоль болота, правильно? Лесище здесь, конечно, мощный. Сзади олени орут. А сами мы вон. Идем по оленей тропке. Не знаю, видно ли будет. Так как я еще вообще тут не вел канал. Меня тут просто дали. И дальше все. Дали и сказали дальше сам. Вообще, изначально план был такой, что мы обойдем это болото и попадем к оленям. Но оно повернуло. О, слышишь, свистит? Да, та самая птичка. Это не птичка, это могут олени так свистеть. Разве? Они тоже свистят, было. Но есть только мелочи. Все, какая-то позади нас замолк леять. А? Позади нас ор завершился. До куста. До этого орали. Ну, о, опять заорал. Мы-то сейчас на дорогу идем, правильно? Это олени свистят. Олени? Да. А чё и они свистят? Ну, не знаю. Тогда у нас, когда мы были, вот... Как он? Белый овраг. Давай. Там олени свистели. Сашка нашел видос, где олени свистят. Они как-то губы, как верблюда делают, такой визг у них. Ну вот, получается... Тогда свистел у нас олень. А мы, образно говоря, перепугались и как говорится, упаковали манатки и ушли. Точнее, уехали. Там. Не, ну согласись, там в темноте... О, меня... Тебя видно отлично, ты живой. Ну, просто по темноте тогда было бы жутко ехать. Вспомни. Бобры в воду прыгают, что-то ну ходит да. По этим. Еще это вот этот свист непонятный тогда для нас. Так, значит, что это? Да фиг его знает. Кикимера болотная. Да, типа того. Вот, узнаешь березу? Березу вон узнаешь слева от тебя? Где? Блин, тут везде береза. Тут березы, мягко говоря, вон везде. Какой из этих берез я должен... Вон, болот. Я имею в виду, что болот... это как раз вот, где трубочка через дорогу. Просто мы думали, что оно идет прямо. А оно, блин, повернуло. Ну да. А мы все еще плутаем по этим оленям тропам. Да? Ну, да. В этом лесу, конечно, заблудиться немного сложновато. Здесь, если заблудишься... Делали. Это, Лиза Алерт долго будет искать. Ну да. Там, смотри. Здесь да, да, жопень здесь. Какая. Здесь вот сплошной лес, если вот так вот повернуться. Здесь сплошной лес. Мы тут вышли куда-то. Вон, как ты говоришь, Ивановское поле, да, вон там? Да вот уже в Ивановскую идут, эти через болото. Вот столбы. Это болото. Где течет весной, я ручей, понял. Где щебенка, дорог, вон они орут стоят, вон их, блин, видно даже уже. На это надо приближать просто уже. Тут видишь просто, тут вода, вон оленяки на прямки тут ходят, у них пропад даже. Ну им-то плевать, они в болоте еще не утонут. Все, назад, вода, мы в этих берцах не пройдем, нам вон на дорогу надо все-таки идти. Ну пойдем на дорогу, фигли. Пойдем. На. Так что по факту здесь... Блуждать нечего. В этом районе негде. Зря только шли. И как ну, такого. Да. Только ор есть. Мы думали, оно прямо идет. Черт. Иду, иду. Вот. Мы хоть посмотрели на это болото с этой стороны. Ну, да. Я тебе правильно говорю, тут, блин,
дорога, ну да, вон она, ее уже били. В этом квадрате. Ну да, тут на болото если наткнуться, просто идешь вдоль, и ты обязательно выйдешь к дороге. Да. Сейчас мы по дороге и в ту сторону. О, прям. На ширике снимать. Блин, ну уже на ширике. Не успею. Сейчас. Так сказать, знаешь что, тут только прикалываться. Вот говорят, что если черный кот перешел там дорогу так или всякое, то это к сердцу или к несчастью. Вопрос, а что тогда, если олень, три оленя перебежало дорогу? К сердцу, да? Да. Это... Ладно, я не буду шутить. Ну, понятно. Я вообще, я тогда перепрограммировал одних ровно за 3 минуты. Дело было так. Идет впереди меня баба с ребенком. И я ей говорю, ну и кошка перебегает черная. Они такие с ребенком уже скорость убавляют, убавляют. Я такой говорю, что, черная кошка перебежала. Такой их обхожу на 2 шага. Они, да. Я говорю, что, боится? Она такая, да. Я говорю, это к деньгам. И такой пошел. Она, блядь, вперед меня побежала, блядь, раз это к деньгам. Вот так их мировоззрение меняется, блядь. О! За минуту. Смотри, кто там. Без ширика. Без ширика, да. И орут вон там. Вон он стоит. Где? Все, идем молча. Вон в деревьях идет. Да, видно его. Ну, от нас больше вот эти интересуют. А его не видно. Ань, это он только что заорал? Снимай его, как он орёт. А эти что там? Эти стоят. Олень, мы знаем, что ты орёшь. Зай, он слушает. На, может, ты снимай. Да не надо, снимай ты. А чё я? Ну... Оленяка, оленяка, куда делает, оленяка? Делает, типа, игнорирует, ага, да. Сейчас. А сам иногда останавливается, слушает. Где он там хоть, его за деревьями? Он идет за березой. О, видно, видно. А, опять тормознулся. Да, на нас смотрит. Ну-ка, давай, если увидишь. Кричи свою любимую фразу. Вон он. Видно его? Ага. Я вот увеличил больше, чем единичку. Вот он. Что-то наорать перестал. Обиделся. Да ладно, мы никому не скажем, что ты орешь. Да. Эти тоже замолчали из-за нас. Че, там есть еще? Где он? Вообще, пойдем за ним. Ну что ты его кошмарить захотел, а? Пойдем, там болото, ему бежать некуда. Если что, ты прячешься за деревом. Угу. Идем. Вон. За деревья ушел. Его не видно просто. Вон он, да, елки уже берет. Угу. Ладно. Олень. Вот он. Вот он. Как-то он неохотно от нас, уходит. Из какого района? Где он там? Его не видно все. Его не видно на камеру твоей. Где он? Я его вообще из виду потерял. Я говорю, ты снимай, тебе его видно больше, чем он с деревьями слился. А, вон жопу видно, но его самого не будет. Вот теперь он заорал что-то. Это не он, это другой. А, там дальше. Но все равно заорал. О, сними. Че? Здание. А, этот завод, да. По непонятно чему. Ну, мы тут знаем, чего это.
Я тебя понял. Блин, над нами самолет везде. Здесь вода. Здорово. Опять вода? А сколько? Опять вода? Мы бы отсюда вышли. Но там вода. Там вообще болото. Тихо. Чего они все притихли-то? Ну ты где? Они нас отсюда не ожидают. Мы, получается, к полю подходим с этой стороны, куда они обычно в лес убегают, а мы сейчас сюда, по крайней мере, слышь, вон их тропка. Смотри, они нас увидели. Ты видел, что он сделал? То есть здесь. Блин, он убежал. Иди сюда. Вон еще один стоит, орет. Стой в деревьях на всякий случай. Не, иди, они убегают. Блин, я не знаю, в какую сторону снимать-то. Вывод из всей этой ситуации. Тихо. Вон здоровый орёт. Вот надо вот такого лохматого искать, они орут. Размытые. Как оборотни, да, в кино? Да не, они сейчас убегут.
Ты зря сюда идешь. Видишь, боевой встал. А то, что он сюда бежит, теперь ломимся мы. Вон он, боевой. Пасет, пасет нас. Как думаешь, ты уходи за дорогу. Вон, сюда. Ну один хуй. Вон еще один. Ну как? Да, жестко. Пробежка. Да, вон тут все еще стоит насмерть. Не, видишь, когда они орут, они уж и не такие сакуны. Да, когда они орут, они уже и могут западать. Как ты говоришь, на ваганы садись. Вон этот, боевой олень. Вообще, вот встань сюда, надо шепот на инфоле. Что у нас в итоге получилось? В принципе, цель видео уже достигнута как такового. Мы хотели его. Вот ор, и олень. Уж для полноты картины. Не подавайте. Но это ладно. Да, нет, это угарно. Зато выяснилось, что я тоже неплохо бегаю. Как-то да, надо. Кстати, я тебя почти никогда в жизни не видел бегающим. Многие, наверное, думают, что, дескать, если у меня рожа вот такая, да, то он, наверное, еле ходит такой. Хер там, на. Когда бежит боевой олень. На-на-на-на. Адреналинчик-то попёр сразу, да? Мне похрену, я давно не боюсь. Просто я, знаешь, надо ломиться. У меня градус зашкаливания похуизма почти стал, как у Епифанцева. Мне уже похеру. Вот. Смотри, этот опять, да? Не, он жрать траву стал. Да, он понял, что мы к нему не пойдем. Логически, если я туда пойду, правильно? Меня затопчет, да? Ну, во всяком случае, он один. Боевой один пошел, да, на меня? Да, причем он именно намеренно в нашу сторону пошел, заметь. Да. Просто мы на этом поле открытый. Здесь-то вон еще можно убежать куда-то. Ну, вон там, где мы были. Вот, я имею в виду, вот с этой стороны. А, да, я просто что-то на своей волне. Ну, я понял. Понятно, вот. Что ты на своей волне. Ешь. Но это было вообще тут непередаваемое чувство. Непередаваемое. Ну, давай. Чё ты там на своей волне, на какой? Да просто о своем задумался. А вообще, если так подумать, чё, помнишь, что? Мы же смотрели этого, как его, Меганыча, правильно? Ну. Чё они замолчали? Вот орали, орали. А теперь непонятно, чё орали. Хотя вон что-то там мычит прямо с лицо. Сорал уже там где-то. Не один, так другой. Ну она так и будет, эта стая. Вполне можно как это слово? Импровизировать? Короче, нет, не импровизировать. Не, ну в целом это можно перевести тогда, вот так лучше сказать. А, ты хочешь перевести, ну, да, с оленевого на русский? Да, 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 с оленевого на русский. Наташ, я тебе айфончик купил. И второй там где-нибудь.
Наташ, не слушай его. Я тебе целую тачку купил. Иди лучше ко мне. Не, ну так. Все, боевой лев. Ну да, он успокоился. Пойдем покошмарим еще его немного. Тогда надо, знаешь что, рюкзаки хотя бы бросить. Ну, да, без рюкзаков это, да, бегать проще. Да, рюкзаками сложнее. Да. Тут все как раз вон. Если в случае жопы, вон единственная березка. Да, вокруг нее от стада ты не набегаешься. Даже здесь, вокруг березок. Во всяком случае, частично доказано, что побежит только боевой, остальные не особо. Так что от одного-то можно. Тихо-тихо, кто-то проснулся. Че, еще один? Заров. Да. Походу, там уже третий подключился. Наташу звать к себе. Ну че? Ничего, просто посмотрим. Я вообще, знаешь, что предлагаю? Достать бинокль. И попробую через бинокль снять. Ну, ты подержишь бинокль, а я к объективу. Помнишь, нас так снимали? Все, понял. В Сергеихе. Во. А теперь нам... Вот это боевой. Че еще? Во. А вот стад. Наведи на экран. А вот стад. Да. Ты слышишь? Да. Их не видно. Они в лесах где-то, их не видно. Вот этих еще видно. Ну все, боевой так и лежит. Вон он. Где? Все уж, он опять здесь. Как здорово. Поворачивайся влево. Вот он орёт, стоит. Вот этот боевой орёт. Уж, ребята, извините, я через бинокль не спец по съёмке. Вот другой боевой. В общем, сняли, как сняли. Очень сложно. Через бинокль. Да. Включил. Пусть они себя почувствуют. О, героями мы прогнали человека. Смотри, он уходит, как мы пошли. Он развернулся в другую сторону. О, он сейчас опять встал, то, что мы встали. Ну да. Вот сейчас уходить начнем, и он снова там будет гордо идти. Типа он самый крутой, он нас отпугнул. Ну все, мы домой. На этом наше приключение заканчивается, правильно? Было классно побегать от оленяк. Убежал. Ну ладно. Все. Вот, что и требовалось доказать. Поодиночке они более такие. Ну да, он там где-то вон в ветках стоит. А вот когда ты идешь на целое стадо, то он там... Да, сейчас только стоять. Что был другой результат. Да, да, мы да. Бежали, да? Да-да-да. В общем, так и получается, что они готовы воевать только если вот ради группы. А поодиночке они такие, а пофиг, лучше жизнь сохранить. Фиг знает, что они, вот что они-то, вот реально на нас они такие смотрят, что они такое, ходят, блин, на двух ногах. Не, ну они знают, что мы такое. Как, пойми, что. Но. Ну я образно имею в виду. Тем не менее, ну ладно, что, убежал, все. Нам, значит, мы точно знаем, что если они одинокие, то можно не сильно бояться. Да. Все равно лучше быть настороже. Да. А то я же сам видел, какие рога. Их немножечко больше, чем ожидалось. Да. Совсем чуть-чуть. Даже слишком больше. Ё-моё. Уходим. Валим отсюда, пока нас на бивни не одели. У них рога? Да какая разница. Там что ли еще нет? Ты посмотри их сколько. Они такой толпой. Тем более у них еще сейчас вот этот вот боевой режим. Да. Не больно хочется, да? Да, не больно хочется. Валим. Не хочется как-то. Нафиг. Пойдем. А то вон до тенцов чуть-чуть осталось. Хотелось бы
дожить, да? Хотелось бы добраться Да, там еще впереди могут быть. Вон ворота уже. Да, ворота я вижу, нет, что. Но все равно. Хрен. Хотя бы мониторинг. Я мониторю. Ничего не похоже. Да не, не, ничего не бежит. Да. Вон они все. Они, наверное, смотрят, и я не знаю, что. Вон, нихуя, блядь, смотри, они как близко оказывается. Ох, твою мать. Не, вон с той стороны уже нету. Вот они, последние. Валим, валим отсюда, я согласен. Как-то перспективы. Перспективы не очень. Да. От слова совсем. Ну чё? Вон, полная луна. Не полная. Почти. Так. На, этот ещё фонарь убери другой. Убери другой фонарь. На. Оказывается, вспышку можно включать на ходу. Вот сейчас взял за край экрана и это. Увидел, что вылезло. Я не знал об этом. Ну чё, раз уж ты на пороге церкви, теперь скажи, задонатьте нам ради Христа. Вот как-то так, да? Ну все, ждем тачку. Сейчас подъедет, сказали, она близко. Ну, что он сказал? Да я не знаю, что сказать. Понравился весь этот поход. А ехать не хотел, как всегда, да? Ну да. Потому что ожидалось, что будет очередная нудеть. Но то, что такое, никто не ожидал. Что вот? Ну да. Вот сейчас мы просто ждем такси. Да, она фиговая это снимает. Я не знаю. Вот так и то лучше. Серьезно? Да. Так хоть резкость появилась. Как бы слышно, да. Не теперь это. Но тебе понятно, что это.